Другим новостям. Накануне 15 января в России отметили день основания Следственного комитета Российской Федерации. Ведомству исполнилось 6 лет. В Якутске торжественно поздравили отличившихся сотрудников следкома. Виталий Абрамов подробнее. До января 2011 года Следственный комитет входил в структуру органов прокуратуры, до этого МВД. Отдельное функционирование следкома вне этих систем создало необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Все эти этапы становления ведомства прошли через Рауфа Фасхетдиновича Ильчибаева, который проработал следователем более 4 десятилетий. Требования такие же остались. Вот. Тут требования повышенные. Вот. Ну, коллектив создался хороший. Молодые ребята очень быстро входят, вникают. С момента создания и до бессменным руководителем СК по Якутии является Олег Мезрин. За эти года управлением рассмотрено более 35 тысяч сообщений о преступлениях. Возбуждено около 6 тысяч уголовных дел. И всего расследования порядка 7 тысяч преступлений. Сотрудники Следственного управления республики работают в условиях высокого физического и эмоционального напряжения. В любое время дня и ночи, невзирая на погодные условия, выходные и праздничные дни. На их плечах лежит колоссальная ответственность за судьбы людей, обеспечение соблюдения прав человека и гражданина в ходе раскрытия и расследования преступлений. Преданность своему делу, трудолюбие, желание восстановить справедливость и помочь пострадавшим от преступлений – вот основные качества следователей Следственного управления. Наиболее отличившихся сотрудников отметили ведомственными наградами, в том числе и новое поколение следователей, которые работают не так давно, но уже успели проявить себя. Получивший сегодня медаль за безупречную службу Николай Дегтярев говорит, что в последние годы следователи начали активно использовать современные технологии. Данные преступления раскрыли, ну, благодаря именно по данным сотовой связи. Именно по звонкам. Таким образом, несмотря на относительную молодость, деятельность и дальнейшее развитие следственного ведомства будет строиться на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, основы которого были заложены еще Петром I. Виталий Абрамов, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.